Добрый вечер. Мы начинаем, мы все ждали, что, может быть, нас станет побольше. Нас не становится побольше, но это не значит, что нам не будет сегодня тепло, не будет сегодня интересно. Для вас играет ансамбль «Живые люди». Мы начинаем с композиции, которая называется «Мантра». Thank you.
называлась «Остров», посвящается плавному течению реки Сейн. Но оно немножко получилось сейчас бурное течение этой реки. Следующую композицию написал наш альтсаксофонист Павел Скорняков. Композиция называется «All Day». Thank you.
Олдри, композиция Павла Скорнякова. Ну, что вы хотите услышать? Что-то философское или что-то веселое? Я что-то немножко уже подустала от серьезной музыки. Может быть, что-нибудь веселое? Ну, не до такой степени. Философское? А, и то, и другое в одной тарелке, да? Веселое, веселое. Философское, веселое. Но мы решили сыграть еще одну композицию Павла Скорнякова. Она называется «Early Season». Thank you.
вернемся к вам минут через 50. Для вас играет ансамбль «Живые люди». Павел Скорняков, альтсаксофон, автор композиции. Юрий Севастьянов, тенор-саксофон. Максим Макаргонов, контрабас. Сегодня с нами Давид Кибучава, барабаны. Меня зовут Наталья Скворцова. Большое спасибо. Мы продолжаем ансамбль «Живые люди». Мы сыграем новую композицию Павла Скорнякова. Я ее услышала несколько дней назад. Мне очень понравилось. Она называется, весело называется «Платится цветочек». Такая весенняя песня. Thank you.
сыграем композицию, которую мы собираемся записывать в апреле месяце. Мы готовимся к записи альбома. Композиция называется «Плоскости». Это будет заглавная песня нашего альбома. Поздравлять рано. Поздравлять будете, когда запишем, когда будет презентация. А пока плоскости, ну, это такая немножко геометрия. Thank you.
была песня «Северное море». Она тоже войдет в наш будущий альбом. И она была посвящена поездке моей в Латвию на Soundcaster Jazz Festival этим летом. Там вот как раз такое Северное море. И песенка была написана прям непосредственно поблизости от него, слушая его. Ну что ж, продолжим какой-нибудь простой композиции. Что хотят сыграть мои коллеги? Они хотят сыграть мою старенькую, давно-давно написанную песню, она называется «Блюз». Thank you.
Саксофон, автор многих прозвучавших сегодня композиций. Юрий Севастьянов, тенор-саксофон. Максим Макогонов, контрабас. Сегодня с нами Давид Кибучава, барабаны. Меня зовут Наталья Скворцова. Большое спасибо. Это был ансамбль «Живые люди». Приходите на наши выступления, поддерживайте нас, мы собираемся записывать альбом. Меня зовут... Его зовут Виктор Радиевский. Он наверняка сейчас расскажет что-то интересное. А следующее наше выступление состоится в Hidden Bar 11 марта, и это будет прогон, единственный в Москве, прогон фестивальной программы перед фестивалем «Джаз над Волгой» в Ярославле. Действительно, ансамбль «Живые люди» планирует записывать уже третий по счету альбом. Запись состоится в апреле месяце. А хотелось сказать вот что. Вы, наверное, обратили внимание, что в афише клуба указано, что сегодня должен был играть Beyond the Horizon Project под управлением Дмитрия Мосьмана. Наталья забыла сказать, с Димой случилось не очень большое несчастье, но случилось несчастье, и он не смог. Поэтому мы оперативно, буквально за 2 дня, заменили Beyond the Horizon Project живыми людьми и, кажется, не пожалели. Правильно? Или пожалели? Ну, аплодируйте успокоить, если не пожалели, если понравилось.
Хотел бы также сказать, что действительно 11 марта будет прогон фестивальный, обязательно приходите, это клуб Hidden Bar, будет другая программа. И мне бы хотелось особенно поблагодарить, поприветствовать сегодня человека, который играл с нами. Это Давид Кибучар, барабаны. Давид уже там. Давид, выйди на секундочку еще раз. Давид, мы тебя благодарим все вместе, аплодисменты. Я также хотел сказать, что 11-12 апреля здесь, в клубе Алексея Козлова, пройдет 5-й международный фестиваль «Радио 1 Джазу», директором которого я имею счастье являться. Всех ждем, будет очень интересно, будет итальянское джазовое трио, специально из города Турина, играющее джаз-мануш. Будут такие звезды, как Сергей Лентов, Вячеслав Говский, Феликс Лахути, Герман Лукьянов. Будет очень интересная программа, все закончится большим джем-сейшеном. И Наталью Скворцову вы там увидите, все-таки с Дмитрием Моськиным. Поэтому приходите. И большое спасибо. С вами был ансамбль «Живые люди».